Они прекрасно знают, как следует поступить, и никогда ошибок не допускали. Я могу немало случаев привести. В данном случае, я думаю, отнесутся с полным пониманием к тому, что происходит. Я вот могу подробно рассказать, что происходит. Я это знаю хорошо, действительно. И могу только коротко сказать, что политическая элита Армении будет совершенно адекватно и дружески реагировать на то, что происходит в Грузии, с пониманием и дружески. Думаю, значит, межгосударственные отношения и отношения между народами – это такая сфера, где будут приниматься в учет, учитываться и фактические, то есть что реально произошло, и, конечно же, и отношения. Я вот напомню, что мы все знаем, что была в Армении проблема с масштабной коррупцией, и в том числе с элитарной коррупцией была проблема. Об этом сами армянские политологи немало писали. Это было вот до прихода к власти Пашиняна, да? Но, слава богу, никогда официальные деятели Грузии не говорили об этом, если не считать, конечно, Саакашвили, который дикие заявления делал в свое время. И вот на эти дикие заявления армянское руководство реагировало очень мудро. Ни разу, так сказать, не позволило для того, чтобы это как-то повлияло на отношения между государствами и людьми.